Пекин, 29 авг, Эрспорт. Белоруска Марина Арзамасова завоевала золотую медаль в беге на дистанции 800 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Пекине. В субботу в финале Арзамасова преодолела дистанцию за 1 минуту 58,3 секунды. Второе место заняла канадка Мелиса Бишоп, 1.58.12. Тройку призеров замкнула кенийка Юнис Сум, 1.58.18. Чемпионат мира в Пекине завершится в воскресенье.